какой препарат лучше при подготовке к колоноскопии. Мовопрек вызывает тошноту и рвоту. Но сейчас их достаточно большое количество. Золотой стандарт – это Фортранс, но его нужно выпить 4 литра. Не все хорошо это переносят, плюс у него такой специфический вкус. Есть Эзиклен, он по объему примерно такой же, как Мовипрек. Ну, кому-то, кто-то лучше переносит. Ну, наверное, из таких доступных и самых хороших это, наверное, все. Если кишка при колоноскопии была подготовлена на 4 балла, но при этом удалили 2 аденоматозных полипа, могли ли проглядеть остальные, если они были? Могли. Может повторно повторить колоноскопию? Да, я думаю, стоит.